Эсканор на равных сражался с королем демонов, но битва затянулась, и сила единственного иссякла. Однако, в этот момент магическая сила Эсканора снова начала пылать. Ведь давным-давно друзья приняли одинокого Эсканора, и он захотел отплатить им добром. Он активировал абсолютное единство. Не могу вытащить. Эсканор превращает свою жизненную энергию в магическую силу. Он собирается сжечь всю свою жизнь до последней капли. Эсканор, не нужно! Не делай этого! С какими темпами Эсканор умрет? Нужно поскорее остановить его! Это древняя история, повествующая о тех временах, когда мир людей и мир остальных существ не был разделен. Священная война подошла к своему концу. Однако король демонов забрал тело Зелтриса и сумел возродиться. Для того, чтобы остановить силы тьмы, славные герои будут сражаться. Прямо сейчас начинается последняя битва семи смертных грехов. Там игры закончены. Исчезни! Стирающее отражение! Исчезающее убийство! Яростный шквал клинков! Что вы пытаетесь сделать? Я уже говорил, чтобы вы мне не мешали.
Это ты что пытаешься сделать, идиот? Отойди. Если хочешь, чтобы я отошел, попробуй заставить силой. Я позвал тебя в семь смертных грехов. Не для того, чтобы ты сделал это с собой. Ты помнишь то время, когда я разрушал все вокруг? Много и много раз. Ты избивал меня так, что я даже не был в состоянии встать. Ты наглец, не жалея своего крохотного тела, научил меня пользоваться солнечным светом. И даже несмотря на свою наглость, даровал мне приятное место, когда я был одинок. Можешь ли ты понять это? Насколько я был этому рад. Я понимаю, Эсканор. Темный зверь! Выпотроши их и сожри без остатка! Я уже давно поклялся самому себе, Эсканор, что когда-нибудь я отдам свою жизнь ради вас, своих друзей. Я поставлю на кон все! Если хочешь рискнуть своей жизнью ради нас, тогда и мы должны быть готовы рискнуть своей жизнью ради тебя. Именно так. Ты уже давно не один. Вы все. Вперед! Чего? Мерлин, Бан, Гаутер, Кинг, Диана, капитан, простите, я больше не могу повернуть все вспять. И потому отдам вам всем приказ. Позвольте, пожалуйста, мне тоже сражаться вместе с вами. Да. Мы будем друзьями до самого-самого конца. Покинуть мир демонов? Ты серьезно, брат? Думаешь, отец простит тебе этот поступок? Уходи один. Я больше не думаю о тебе, как о своем брате. При следующей нашей встрече мы будем врагами. Интересно.
Я тоже не буду сдерживаться. Я изначально не считал тебя за своего младшего брата. Ну-ка, вспомнил? Это истинное лицо твоего старшего брата, которому ты решил довериться. Он тебя просто обманывает. Ты думаешь, что сейчас на меня повлияют эти иллюзии? Если собираешься и дальше устраивать здесь спектакль, то старайся лучше. Неважно, сколько еще иллюзий ты мне покажешь, я уже понял истинное намерение Мелиодаса. Ты просто хочешь, чтобы я посчитал его предателем. Слушай, Зел, может быть, тебе стоит сказать это своему брату? Нет, еще рано. Я еще не набрался решимости. Тогда, может быть, я скажу это вместо тебя. Нет, не нужно. Не делай этого. Тебе не понять родительского сердца в момент, когда он не может удержать своего любимого сына. Вы просто глупцы! Любимый сын? Серьезно? Я никогда в своей жизни не чувствовал любви от тебя. Отец, ты пал настолько, что начал плакаться передо мной! Ты себе много позволяешь! Думаешь, тебе удастся одолеть короля демонов? С моими нынешними способностями, возможно, уступлю и тебе, и Мелиодасу. Однако, сейчас мы находимся в духовном мире! Тогда у меня есть достаточно шансов на победу. Как и у Мелиодаса, есть та, кому он хочет вернуться. Так и у меня есть та, кого я не отдам, несмотря ни на что. Ты тупица, одурманенной женщиной. Думаешь, у тебя получится выгнать меня отсюда, короля демонов? Радости, когда ты любишь кого-то и любим кем-то. И того, что это чувство порождает огромную силу. Пожалуйста, не говори об этом Мелиодасу. Да-да. Отец, твоя гордость уже сломлена. И твоя воля ослаблена. И причина очевидна. Ты потерпел разгромное поражение от рыцарского ордена Мелиодаса. И сейчас ты теряешь возможность вновь стать королем демонов. Говоришь мне вновь не стать королем демонов? Ты совершенно не понимаешь, что происходит снаружи. Понимаю. Потому что я верю в своего брата. Омиунос Небура! Зелтрис! Ты серьезно собираешься так поступить со своим отцом? Я ведь уже сказал тебе, что одолею тебя!
Гизел! Герда! Герда, ты вернулась? Что происходит? Он внезапно потерял контроль над собой. Похоже, что король демонов отделяется от Зелдриса. Зел! Я ни за что не отпущу этот сосуд! Какая жалость! Вот, держи! Отлично, Бан! Спасибо! Угостишь меня 10 кружками абердинского эля? Слава богу! Спасибо! Правда! Я... Зелдрис! Получилось! Ты одолел отца! Естественно. Вот оно что. Оказывается, ты очень любишь сиськи. И в духовном мире закрывал ими свое лицо. Ты ошибаешься! Он собирается сбежать! Вольно. Он разлетелся на части. Что пытается сделать этот гад? Упавшие заповеди, без разбора, поглощают животных и растений. И не только их. Они поглощают даже землю и камни. Мерлин, чего он пытается добиться? Без сомнения. Раз Мелиодас и Зелдрис его насильно выгнали, он собирается сделать своим сосудом всю землю Британии. Какой громкий гул от сотрясения почвы! Что же сейчас происходит? Всем успокоиться! Отходим в Леонас, пока землетрясение прекратилось! Что это? Матушка, немедли! Их ведь всех могут перебить до того, как на место прибудет герой Хорк! Что это? Это что? Нет, нам все-таки стоит развернуться назад. Нереально, вообще нереально. Какой чудовищный облик.
Убегай, Мелиодас! Госпожа Элейн, неужели мы все умрем? Черт! Что же нам делать? Гил! Я буду с вами до самого конца. Госпожа Вероника, похоже, что это конец. Испуганные отчаявшиеся лица всех тех, кто проживает в Британии. Сейчас отражаются в моих глазах. А всему виной ваши действия. Тряситесь от страха! Падите ниц! Неподчинение королю демонов — это самый тяжелый грех! Это что за лицо? Почему? Почему? В этой битве, отец, у тебя нету шансов на победу. Благодаря тому, что я рядом с друзьями, я ничего не боюсь. Прости, но у меня запланирована свадьба после этого. Никто не любит надоедливых родителей. Твое тело уже само разваливается. Видимо, ты не смог найти подходящий сосуд. Ты слишком дерзок, глупый король демонов. Ладно, давайте уже одолеем его. Ребята! Вперед! Озвучено специально для сайта animevoz.org. Тебе дали такую короткую роль. Тебе не обидно? Или ты смеешься над всем тем, что тебе говорят? В результате чувств Кинга Диана забеременела. И их чувства... А, сожгли меня! Зачем замолчал? В следующей серии «Семи смертных грехов. Яростное правосудие» ты не заберешь небеса с собой!